Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Арза, и сегодня мы продолжаем проходить мод Диверсант Гибрид. И в прошлой серии, как вы, наверное, помните, мы отыскали группировку Рассвет, выполнили ее первое задание и, собственно, в нее вступили. Но то, что это задание информатора, оно все еще висит. И поэтому не мешало бы, наверное, еще и поговорить с Назаром, потому что я уже бегал к информатору, и никакого у него дальше там продолжения квеста нету. Так что давайте поговорим с Назаром, что у нас тут есть. Вот давайте второе. Послушай, Назар, все хотел у тебя спросить. Раньше ведь наша группировка носила название «Чистое небо». По сути, да, какое-то большинство членов Рассвета действительно были чистонебовцами. Но мы учли большинство ошибок, допущенных предыдущим руководством. Я могу сказать, что во многом мы отличаемся от «Чистого неба». Какие же именно ошибки? Прежде всего, это касается боевой подготовки бойцов и используемых амбрудирований и вооружений. Может быть, на болотах АКСУ и МП-5 сгодились бы, но здесь почти центр, и такое не прокатит. Да и идеология наша немного не та. Теперь мы больше на долг походить стали. А тебе известно, как именно погибло большинство представителей клана «Чистое небо»? К сожалению, точных сведений у меня нет. Когда Лебедев с Каланчой отправились по дороге через Лиманск к ЧС вслед за наемником, я знал, что это плохо кончится. До тех пор ни одна группировка не забиралась так близко к центру зоны, за исключением хозяйничающих там монолитовцев. Изначально эта авантюра Лебедева была обречена на провал. Силы у нас были не те, чтобы в одиночку пытаться лезть на ЧС. На базе же нас тогда всего человек 30 осталось. Новиков с Лебедевым связь до конца поддерживал, до самого выброса. И что же произошло потом? Как только стало ясно, что... Ну, это уже бла-бла-бла. Так. Короче, я не хочу все это читать. Печально, но ты же ведь наверняка хотел узнать, что на самом деле произошло на ЧС во время того выброса. Ну, короче, походу, ничего он не знает. Да, как же это теперь узнать? Узнаешь, все, кто там был из наших, погибли. За исключением, пожалуй, стрелка. Но вот куда он делся после своего второго похода, про шрамы ничего не известно. Видимо, он разделил судьбу чистонебовцев. Хотя доказательств этому нет. Единственный вариант — разыскать стрелка и расспросить его о подробностях тех дней. Я займусь этим. По слухам, стрелок жив и может находиться в Припяти. Как только я встречу, то обязательно обо всем расспрошу. Был бы тебе очень признателен. Вот. И после этого задание, то, что группировка Рассвет у нас отлично выполнена. Вот так вот. Теперь загадки прошлого. Что это у нас? Подождите. Назар считает, что только стрелок может пролить свет на подробности гибели клана «Чистое небо» на ЧС. Проверьте это, поговорив с стрелком. Дело в том, что у нас, насколько я понимаю, в этом моде-то Припяти нету. То есть у нас нету самой Припяти. И где нам искать и расспрашивать стрелка, я даже не представляю. Вот, и насчет этого задания, тут 5 щупалец черного кровососа, это вообще не представляю, как их найти. У меня только 2 щупальца, и уже как бы 3 щупальца мне по-любому нужно будет отдать медику на Скадовские. Ладно. Щупальца эти ведь можно найти только в этих, в тайниках. Тайников-то на самом деле не так уж и много. Вот у меня есть одно щупальце обычного кровососа. Не знаю, я пока его оставлю, может прокатит. Ну вот, в принципе, задание мы выполнили, информатора. Теперь, собственно, отправляемся на Скадовск, чтобы сообщить информатору о том, что мы нашли. Ну а дальше уже посмотрим по обстоятельствам, потому что можно, в принципе, выполнить работу Назара, там у него есть. Вот, наверное, там тоже будет что-то интересное за группировку Рассвет по-любому. Вот. Но у нас еще, кстати, довольно много заданий всяких разных. Ну ладно, давайте тогда уж отправимся на Скадовск, там встретимся. Пожрать, ну что ж, вот мы уже на Скадовске. Здравствуй. Привет, брат. Давайте теперь поговорим с информатором. Так, это там. Вот, знаю кое-что, но услуга за услугу. По непроверенным данным, там, бла-бла-бла, то, что ему нужно знать о группировке Рассвет. Что ж, я ее нашел. Да, база неподалеку от Янова. Отлично. Всем стоит присмотреться к этому новому клану. Просто так новые группировки в зоне не возникают. Они бывшие чистонебовцы. Ты что-нибудь знаешь о таком клане? Да, кстати, расскажи мне о себе. Откуда ты? Вот, значит, так. Чистонебовцы. А что тут по поводу меня рассказывать? За самое больное ты меня задел. Это о чем же? Пап, ну покажи, да тем, что нечего мне тебе ответить. У меня нет ни имени, ни прошлого, ничего, только зона. Что же произошло?
Два года назад, где-то незадолго до того, как стрелок осуществил свой второй поход к ЧС, я потерял память. Когда я очнулся, то находился на базе сталкерского клана Свобода, это на Милитаре. Умник свободовский, замглаваря клана, сказал, что они нашли меня сразу после выброса недалеко от барьера. При себе у меня ничего не было, ни оружия, ни КПК, ни снаряжения. Никто из них не знал, попал я под выброс, или же меня приволокли и выкинули рядом с блокпостом свободы. Единственное, что у меня сумели обнаружить, эту странную татуировку на руке сталкер. Что это могло означать, никто не знал. Факт, что я выжил, но не помнил абсолютно ничего относительно своей прошлой жизни. Получается, информатор — это стрелок? О боже, да, это печально, но как ты мог стать информатором? Ведь для этого необходимо было бы знать зону как свои пять пальцев, я так думаю. Где-то через неделю после того, как я пришел в себя, умник решил проверить несколько во мне, насколько во мне могли остаться прежние рефлексы. Если бы я был сталкером, то как минимум должен был разбираться в оружии. Когда мне дали простой калашников, я без труда смог собрать его и разобрать закрытыми глазами, причем я знал практически все о его боевых параметрах. Знания как бы сами всплывали из головы. Так же было и с другими образцами оружия. Потом мне разрешили использовать несколько магазинов в качестве тренировки. Я показал такой результат стрельбы, какой не показывал до этого ни один свободовец. Еще через неделю умник включил меня в состав своей экспедиции к Лиманску. Когда мы вышли с базы на простор зоны, то я смог без труда определить любую аномалию, которую попадались нам по пути. Тогда умник сообщил мне, что я зачислен в ряды свободы, но я не желал этого. И во время экспедиции в городе нас атаковали крупные силы монолитовцев. Нам удалось отбиться во многом благодаря моим действиям. В живых осталось только трое. Я, умник и его соратник по клану Локи. Я сказал им, что должен уйти, и они нехотя позволили мне это сделать. После я еще год скитался по зоне, восстанавливая обрывки памяти, ища новые сведения и прочее. В конечном свете я стал информатором и пришел сюда на Затон. Но и по сей день мне нигде не удалось найти хоть малейший обрывок сведений о том, кто же я есть. Так, новое задание. Найти сведения. Вот у нас два информатора. Меня просили выполнить это задание, ну что ж, посмотрим. Мне бы хотелось помочь тебе с этим поиском, но не думаю, что это будет легко, но попытаться есть смысл. Если ты хоть что-то раскопаешь, я буду несказанно счастлив. Я выполнил свое обещание. Теперь твоя очередь. Что ты знаешь об упавших вертолетах? Гарик, сталкер 1, подобрал военного пилота, ну и привел к нам. Только вот сейчас Гарика и пилота на Скадовске... Нет, они ушли на Юпитер. Думаю, что пилот много чего мог бы рассказать. Ясно, где их найти на Юпитере. По моим сведениям, они находятся в бункере ученых недалеко от станции Янус. Спасибо за информацию. Всегда рад помочь. Если что будет нужно узнать, обращайся обязательно. Так. Ага. Что тут интересно? Отобрал хабар и тут же через 100 метров продал Сидоровичу. Нет, ты не прав. Вот так. Самые ленивые — это торговцы. Я вот знаю одного. Так он специально пораньше встает, чтобы... Блин, мне выйти надо. Как выйти? Не делать. Класс! Вот так, все. Ну что ж, в принципе, мы узнали, что хотели о своих вертолетах. И теперь вот оно, задание «Судьба информатора». Информатор, который знает о зоне почти все и обо всем, не знает главного, кто же он на самом деле. Нужно помочь ему установить его настоящую личность. Для этого найдите что-нибудь подтверждающее слова информатора о его попаданию в зону. Так. Вот это задание «Судьба информатора» и «Найти стрелка», вот они пересекаются, не знаю, как в будущем будет. Ладно, дорогу на Юпитер знает лоцман, единственный проводник на Скадовске. Нужно поговорить с ним о переходе. А, ладно. Ну, привет! В принципе, теперь нам нужно отправиться снова на Юпитер. И нужно поговорить с лоцманом. Ладно, я уже думал, что это означает поговорить с лоцманом. А это у нас оказывается обычно. Ну, короче, потом мы отправимся к Гарику. Я думаю, все знают Гарика и Соколова, которые у нас находятся... в бункере ученых. Что ж, да, встретимся уже там, если я не найду ничего интересного по пути. Так, вот мы уже на Юпитере, и у нас сразу появляется задание разыскать пилота в бункере. Вот у нас, в принципе, вот здесь он сидит, найти пилота и поговорить с ним. Что ж, направляемся тогда туда, и по пути я хотел бы вам показать парочку тайничков. Да, нам как раз в ту сторону бежать. Тайнички довольно интересные. И они, собственно, стоят того, чтобы вам их показать.
Сейчас тут довольно как-то, не знаю, темно, кажется, как будто... Ну, это типа утро, наверное, считается. Хотя мне кажется, что это не утро, а наоборот, заход солнца. Так. Что это у нас там? А, это кабан. Ну, ладно. Кабан пусть бегает. Один тайничок у нас, собственно, находится вон там, вон. Сейчас я вам покажу. Ну, давайте грохнем кабанчиков. Эй, парни, ну ладно, не хотите, как хотите. Ладно, он убежал, видите, как? Какой я опасный типок. Вот, собственно, этот тайничок. Давайте глянем, что у нас здесь есть. Угу. Это у нас SGM тайник, 18 по счету. У нас тут... Солнце слепит. Я его даже не видел, потому что солнце слепило. Так вот. Что, давайте заберем. Это вот у нас патроны. Ну, не пригодятся. Не пригодится нам вообще это. А вот это может пригодиться. Нам. Можно будет продать. Меня лагает, если так смотреть. И еще один тайничок я вам сейчас покажу. Тоже довольно интересный. Я думаю, даже поинтереснее, чем этот. Здесь у нас на копачах никто не заспавнился. Радиация, нам не насрать. Так, вот я говорил, не оставляйте оружие на земле, потому что потом она будет вот, подгружать систему. Если так много выставлять, лучше запихивать его в трупы. Это самое надежное. Вот у нас, собственно, этот тайничок здесь находится. Так, где он? Вот он, вот здесь. Вот такой довольно интересный тайничок. У нас тут есть гравий селекционный. Но у нас есть, конечно, получше. Выверт плюс 12, минус 3, а тут минус 2, плюс 10. Но тоже неплохо. Ну и немного медикаментов и патронов, типа к диглу. Так, у нас там никто не сидит. Раньше тут, кстати, зомби в прошлый раз сидели. Вот здесь два зомби в экзоскелетах даже. Вот так вот. И еще один тайничок я хотел вам показать. Я от него что-то убежал. Ну, ничего тут, в принципе, недалеко. Ничего себе, по пути прям нашел две снопы снорка. Да, мне лучше от этого уже 4 снопы снорка. Блин, у меня сопли, извиняюсь. Вообще. Так, сколько мне, кстати, этих стоп-то нужно отыскать? Тут лагает из этих перестрелок всяких. Мне нужно 10 стоп. Да, немало. А, кстати, следующий тайник у нас находится вот здесь. Я как-то непоследовательно ищу тайники. Немного странно. Вот, тайник у нас вот здесь и должен находиться, по идее. Что-то я его по карте-то и не вижу. Вот здесь вот. Или, может быть, мы его уже нашли. Не знаю, не знаю. Ну, давайте... Соберемся наверх. А. Тут у нас водочка, если что, стоит. У нас торговец. В принципе, у меня особо ничего такого крутого нет. Да и продать ему. Вот, кроме вот этого. Вот, 2400 просто. Как... А, еще патроны. Они мне, в принципе, не пригодятся. Все, забирай. Бывай. И где, собственно, этот тайничок? Вообще, с чего я решил, что он здесь будет, да? Ух ты, пивко, ничего себе. Пивко, это, конечно, круто. Но тайничка я здесь не вижу, кстати. И водку. Пивко сейчас можно выпить. Я вообще не пью по жизни, но... В игре можно, да? Ладно, что-то, походу, перемудрило. Тут нет никакого тайничка. Но... Или я его уже находил, не знаю. Но мне показывал то, что... Вот. Где-то есть... Видите, там что-то проглядывает. Тайник SGM. Не знаю. То есть я сейчас как-то. Ладно. Короче, не будем заморачиваться. Ладно, тайник так тайник. Не нашли, не нашли. Может быть, он внизу где-нибудь находится. Не знаю, может, я его проглядел. Ну, не здесь точно. Вот, может быть, чуть-чуть сбоку. Я
я его опять же не вижу здесь. И здесь его тоже нету. Ну ладно, проехали. Это, кстати, сталкер, который может нам задание дать. Такое необычное. Так, ну что ж, тогда теперь отправляемся в бункер к ученым. Блин, а я ведь забыл то, что сейчас по-любому понадобится артефакт Гарик, по-моему. Блин, жалко. Ладно, потом придется на Скадовскую возвращаться. Чего тебе? Ну, привет. Вот, собственно, этот пилот Соколов. Здравствуй, военный. Так. Давай сначала я нашел твою... Или нет? Ладно, здравствуй, военный. Ты пилот? Второй пилот. А тебе какое дело? Ты кто такой? Майор Дегтярев из СБУ прибыл для расследования причин провала экспедиции. Не знаешь, остался еще кто-нибудь из ребят живых? Лейтенант Соколов, рад знакомству, товарищ майор. С момента аварии прошло немало времени. Слухи, конечно, были, что где-то на Затоне видели людей в военной форме. Но, как думаешь, мог кто-то еще из вертолета выбраться? Может, ты один из всей группы жив остался? Боюсь об этом даже подумать, но проверить не могу. Мимо сталкеров мне как-то не хочется идти. Они все-таки недобрые, как Гарик или Азот. Может, ты проверишь? Заплатить тебе нечем, но я был бы очень благодарен. Проверю. Затем и прибыл. Но все, о чем мы говорим, строго конфиденциально. Государственная тайна. Сам военный должен понимать. А ты сам-то как уцелел? Помню плохо, чудом, наверное. Я был на четвертом, летели спокойно. Вдруг грохот, дым оглушил меня. Потом как даст, в общем, выкинул меня из вертушки в чистое небо. Как парашют открывал, как приземлялся, ничего не помню. Очухался недалеко от электростанции какой-то. Не знаю, не разглядел. Я еще в себя прийти не успел. А тут собаки, да 5 штук. Если б Гарик не подоспел, загрызли бы твари. Но все хорошо, что хорошо кончается. С Гариком я сюда на Юпитер пришел. И тут уже на контрольную точку сходил, без результата. Никого там нету, и не было похоже. Кроме того, немного информации раздобыл. Слухами земля полнится. Надеюсь, она тебе пригодится. Значит так, половина экспедиции угробилась в районе Затона. Один на южном плато, второй в топе угодил, а третий на подстанции разбился. Про остальные ничего не известно. Где мой, тоже не знаю. Передать координаты я пока не могу, КПК разрядился. Как только включится, сразу отправлю нужную информацию. Так что можешь возвращаться на Затон. Думаю, к твоему приходу туда мой КПК будет работать. Так. Да, кстати, двери вертушек могут быть заблокированы электроникой, поэтому вот возьми мой универсальный ключ пилот, он тебе теперь нужнее. Вот он ключик нам дал, и пилот вернуться назад. Он понял, спасибо за информацию. Так, я нашел твою записку на ЗПК Волхов. Слушай, ладно, думаю, все равно уже никто из наших на точке не появится. Знаешь, если вдруг замечешь где-то вокруг военной, скажи мне, лады, спасибо заранее. Чем тут занимаешься? Так, а вот, кстати, Гарик. Что, скучаешь? Ну, давай сразу возьмем это задание. Если вернемся, то, собственно, отдадим ему эти артефакты. И что ты тут скучаешь? А что тут делать? Дрючить летеху в нарды уже надоело. А других развлечений сюда, извините, не завезли. Тут, брат, не Припять. Блин, если бы только мог этот долбанный контракт выполнить, давно был бы уже там. Ты говорил о контракте? Да вот, подписал на ученых поработать. Обязанности вроде легкими показались. Не обратил дурак внимания на то, что и контракт истекает только по выполнению всей работы. Зато они предложили официальный пропуск через посты на кордоне. Как вознаграждение. Неплохо, ага. Далее. Сделал я по контракту все, но кроме мелочи одной. Надо было достать им образцы всех видов артефактов химического происхождения. Кто ж знал, что в этих краях ломать мясо и колобок хрен найдешь. Вот получилось, что добыть... Вот получилось бы их добыть, так я уже давно бы рванул в сторону Припяти. Только где их взять? Пожалуй, я смогу тебе помочь с артефактами. У меня, собственно, есть эти артефакты, естественно. Так. Ладно. А он, кстати, вот знает, на самом деле, путь в Припять, но не скажет нам. Давайте возьмем пси-блокаду и это у нас антидот, да? Вот, кстати, универсальная ключ-карта, которую мы можем... получить доступ к вертолёту. Привет, здоров. Так, ну и теперь нужно вернуться на Затон. Вот это пусть будет у нас основное задание. Где у нас? Вот это задание. А что-то у нас заданий стало так много. В принципе, они все выполняемы. Ладно. Возвращаемся на Затон. Заодно нужно не забыть заходить артефакты для... Привет. Гарика. Раз все равно туда направляемся. Ну, тут ничего особо нового нету. У нас, кстати, уже 4000 почти, даже больше там, электронных рублей. Еще 1000 осталось накопить, и тогда мы сможем
совершенствовать свои костюмы и оружие. Правда, у нас оружие это самое лучшее, нам и больше ничего не надо. Ну что ж, тогда встретимся уже с Кодовски. Представляете, не успел отойти от бункера ученых, то в меня прям около лагеря начал палить какой-то бандит. Это вообще бред какой-то. Я просто вообще не ожидал его, чуть не сдох. Просто честно говорю. Блин, капец. Это то ли... Опа. Дум-дум патрончики. Что-то странное, да? Как-то, не знаю, то ли, может, его наняли, чтобы меня убить. То ли... Ладно. Проехали. Ну вот, мы уже вернулись на Скадовск, и сразу приходит вот задание. То есть, это у нас стандартное задание, которое у нас всегда и бывают, то есть, как в обычном сталкере. В самом обычном, в начале. Вот. Ничего, в принципе, интересного. Опа-на. Это у нас кто? Здравствуйте, вы Дегтярев? Да, откуда ты меня знаешь? Да вас тут уже каждая собака знает. А у меня для вас письмо. Держите. Письмо от связного. Спасибо, кто передал? Дык, хрен кто, какой-то в форме. Военный, что ли? Он даже не представился. Дегтярева знаешь? Говорит. А я ему. Кто же Дегтярева не знает? А он мне письмо дал и денег, и патроны. Говорит, из рук в руки. Так что вот, держите, товарищ. Ясно, спасибо за службу. Дать тебе нечего, так что ступай с Богом. Какой он, да? Получена записка от связного. Необходимо найти сведения про все 10 секретных лабораторий, существующих на территории зоны. Интересно, интересно. Тут очень много всего. Вот эти все вертолеты. Давайте посмотрим на карту. Ну, тут, в принципе, вообще уже ничего такого. А вот, собственно, и указан позывной. Кроме того, на карте отмечена точка, место встречи. Ну, что же, отправимся тогда в тот район, где нам нужно со связным встретиться. И встретимся тогда около этого парня. По пути я тут нашел небольшой такой тайничок около Шевченко в лодке. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Ух ты, 19 уже по счету. У нас тут денежки и какие-то гиперскоростной патрон калибра 9.19. Улучшенная экспансивная пуля и бронебойный сердечник. Неплохо, давайте денежек посмотрим. Ух ты ж. Никогда в тайниках столько денег не было. Почти 9 косарей. Ну вот, мы уже подходим к месту встречи со связным. Заодно можно будет отыскать этот вертолет. Ну, как бы отыскать. Мы уже с вами ведь здесь уже были, находили, тоже встречались со связным. Только это уже было здание бандитов. Давайте сохранимся, посмотрим. Может быть, у нас тут артефакт есть какой. Ой-ой. Ничего тут нету. Тут уже были, извиняюсь. Так, это у нас он прямо на переходе находится. Угу. Ясно. Ну, здесь он стоит где-то, только пониже. Ну, здесь я уже был, так что ничего найти тут не смогу. Это у нас переход в лабораторию. О, здорово, парень. А позывной. Сирена гудит. Все верно. Итак, майор, дела наши неважные. Но сам понимаешь, подробности сообщить не могу. Государственная тайна. В общем, так, я из 4-го отдела. Старший, куда пошлют? Что это означает? Ладно. И у нас есть для тебя ответственное задание. Че ты рукой машешь, а? Вот, не раздражает. С твоим начальством все согласовано. Подробности операции найдешь в тайнике. Мы тебя верим. Дерзай. Обыскать ячейку избу. Все понял. Ты будешь здесь вот так стоять, да? Так, ну, естественно, я туда проникнуть не смогу. Ну что ж, давайте посмотрим. Обыскать ячейку СБУ. Связной мне дал координаты тайника, созданного одним из наших агентов. Мне нужно проверить тайник. Где у нас этот тайник? О боже, ну блин. Почему в другой точке карты? Ну ладно, давайте обыщем этот вертолет, раз уж мы здесь. Трупы мы уже обыскивали. Я помню, здесь ничего интересного нет. А вот, кстати, деньги можно заново пообыскивать. Я
это очень-очень хорошо. Или... Да, ну вот патронов, то, что нет в калашах, это я помню, я обыскиваю. Но зато денежки. Ну что ж, давайте сохранимся и обыщем вертолет. Судя по всему, экипаж погиб еще в воздухе, вертолет падал без управления. Бортовому компьютеру повезло больше. Так, сейчас поглядим, что в нем полезного. Ага, карта местности с какими-то пометками. Пригодится. Так, карта местности. Найти заинтересованных. Ну, это у нас лоцман как раз заинтересованный. В принципе, это уже все многие 100 раз видели, даже если не 1000 раз. Вот, тут ничего интересного нету. Ну, обыскивать вертолет мне придется, так как это продолжение сюжета, но я даже, может быть, не на записи это постараюсь сделать. В бортовом компьютере вертолета СКАД-2 были карты местности между Затоном и Юпитером. Стоит найти того, кому эти карты могут понадобиться. Так, но мне нужно немного другое. Мне нужно обыскать ячейку вот эту, так что направляюсь туда. Еще что хотел сказать. Я не знаю, как мы вообще будем играть дальше, потому что ведь, по идее... Дальше-то у нас продолжение сюжета, где у нас? В Припяти. А Припяти у нас так как таковой локации нету. Прям когда сталкер пробежал. Вот. Потому что там у нас нету этих вот таких вот кружочков. Значит, локации, собственно, самой нету. Это очень плохо. И, не знаю, наведет меня на мысли то, что в Припять мы не пойдем в этом моде. Для меня это явно минус. Ну, ладно, ладно. Не будем думать о плохом. И отправляемся тогда... Она, кстати. Кстати, я помню, что это, и это у нас Данила, как бы. Блин, ладно. Не буду это трогать, наверное, все-таки. Вот. И отправляемся обыскивать ячейку СБУ. Это у нас подождет пока до лучших времен. Так, извиняюсь, друзья, за мою ошибку. Это я все-таки подобрал ради интереса, просто сохранился и подобрал. Это у нас же шутник, я забыл. Какой Данила? Это у нас. Он нашел как бы артефакт вот здесь. Ну, я, в принципе, уже тут все обыскал, так что, как вы видите, ни одного артефакта у меня нету. И больше они тут не спамятся почему-то. Вот, так что это моя ошибка. Это у нас КПК шутника. В принципе, этот очень неплохой противогаз. Я его, наверное, себе скину в инвентарь. Вот. Нет, туда не пойду. Оставлю себе, да, лучших времен. Может быть, как-нибудь буду его... с чем-нибудь носить. Ладно. Вот мы уже приближаемся к этому месту. Так. Я думаю, многие помнят то, что здесь обычно начинается игра Сталкер Зов Припяти. С псевдогигантом пытаются перестреливаться парни. Но мы давайте обыщем эту ячейку. О боже мой. Что это? Очки Дегтярева. Куда мне они? Очки с интегрированным ПНВ третьего поколения. Ну, куда мне такие? Угу. Костюмчик. Короче, мне это вообще ничего не надо. Флешка. Так, прикрепленная информация. Группа наемников задержала нашего агента в окрестностях Юпитер. Есть основания полагать, что наш агент все еще жив. Ваша цель – освобождение агента и нейтрализация наемников, оказавших сопротивление. Для безопасного прохода внутрь лагеря используйте комбинезон наемника. Для загрузки данных КПК необходимо использовать. Ясно. Так. Задание выполнено. Пускайте ячейку СБУ. Давайте. Деньги. Блин. Очки эти вообще бесполезны нам, ну, может, продать можно будет очень неплохо, я не знаю. Может, все-таки стоит оставить. Так, перехват. Добраться до лагеря наемников. Прийти в лагерь наемников, в котором, предположительно, держит пленного агента СБУ. Это у нас вот здесь вот находится, да, я понял. Так, я помню это задание уже. Начинаю вспоминать. Ну что ж, тогда направляемся уже туда, потому что... Еще по пути я взял эти артефакты, можно к Гарику зайти будет, и также найти заинтересованных по поводу карт местности, так что сейчас, я думаю, встретимся уже на Скадовске. Тут уже темнеть начинает.
Ну, нам так и так нужно будет говорить с Лосманом, чтобы отправиться на Юпитер. Но давайте сначала поговорим насчет карт. Я думаю, все знают этот диалог, он есть в обычном Зове Припяти, но все равно. У меня есть карты местности между Затоном и Юпитером. Не хочешь взглянуть? Ну-ка, достаточно детально. В нашем деле нельзя опускать мелочей. Если хочешь остаться в живых. Ага, судя по картам, между Скадовском и Яновым есть безопасный маршрут напрямик. Я, пожалуй, скопирую себе на КПК, если ты не против. Теперь я могу предложить тебе хорошую скидку. Вот. В принципе, задание у нас выполнено. Еще, наверное, все-таки нужно продать оружие. Припомнить, когда я в последний раз... Трахалась, я тебя понял. Сколько, интересно, эти очки стоят. Ну, ничего не стоит вообще. Вообще ничего. Поэтому даже нету смысла, хотя... Нет, подождите. Ладно. Ну, в принципе, тут и продавать-то особо нечего. Вот этот костюмчик, это все нам понадобится. Хоть мы можем и с боем пройти. Это так, насрать. Потому что все равно придется их убивать. Ну, костюм этот, он ничего не стоит, так что ей даже не стоит его продавать. Короче, давайте посмотрим, сколько нам за эту винтовочку даст Сыч. Ну что, и... так, ясно. Кстати, тут появился сталкер меч, но он уже давно появился, там, после какого-то ранга. Давай, давай, не У него тоже довольно интересное задание есть, ну, выполним его как-нибудь. Так, не то я сделал. Вот эти вот очки, они могут как такой, не знаю, как вам сказать, индивидуальный такой бесценный предмет, поэтому его продавать, наверное, все-таки нельзя. Но вот эту винтовочку сюда можно оставить. Блин, это из-за костюма, что ли? Да, 6 кило он весит. Да, из-за костюма. Ладно. Нам ничего не надо. Кушать у нас нечего, точнее, как есть, но кушать мы не хотим. Что ж, тогда отправляемся уже на Юпитер. Сейчас нам предстоит разговор с Гариком, но еще бы я хотел вам кое-чем рассказать. То, что я совершил глупость и говорил вам про то, что Припяти нету. Конечно же, она здесь есть, даже вот по квесту Леона. Тут ясно, что Припять есть. Где у нас этот квест? Доставка кейсов Припять. Вот, да я сам вспомнил то, что... Да. Сам вспомнил то, что я был в Припяти, в Диверсанте, давно-давно я играл. Ну, блин, просто затупил, извиняюсь. Огромно, можно сказать так, блин. Вот, и что я еще хотел вам сказать. То, что меня спрашивали насчет квеста «Судьба информатора», и я отвечаю. Этот квест я сейчас никак не смогу выполнить. Этот квест можно выполнить только в Припяти. И это будет очень уже близко к... К концу игры, прям в самом конце, можно сказать, после того, как мы выполним половину заданий военных, там даже, может быть, все, это уже будет перед концом, перед отлетом вертолета, кто, естественно, кто знает, про что я говорю, они тебя поймут. Вот это уже конец оригинального Зова Припяти и, собственно, перед фриплеем Диверсанта, вот. И тогда мы встретим стрелка, и он нам много чего интересного расскажет, и, собственно, тогда и задание «Судьба информатора» будет выполнено. Ну, а теперь давайте поговорим с Гариком. Здравствуй. Ну? Привет, брат! Так, у тебя ничего нет, а вот ты... А, вот, держи артефакт, он нам дает 6000. Спасибо еще огромное, теперь наконец-то смогу рвануть в Припять. Осталось только путь продумать. И он нам дает координаты тайника. Насколько я понимаю, вот он этот тайник на базе наемников. Привет, брат! Ну? Я слушаю. Так, я тут ничего не смогу... Здравствуйте! Да, я слушаю. Всегда рад видеть нового человека в нашем бункере. Взять. Ты у нас что-нибудь можешь нам предложить? Костюмчик я у тебя тут уже взял. Да. Ну что ж. Ладно. Тогда давайте побежим к наемникам. Я даже не буду останавливать запись. В принципе, тут недалеко. Сейчас по пути... Хотя нет, на стоянку все-таки не буду заходить. Тут по пути должны быть снорки. Давайте их отстрелим, попытаемся хотя бы, потому что мне ноги нужны. Ну, хотя бы мутанты спаунятся, это тоже хорошо. Постоянно. Вот они где-то здесь должны быть. И... Чё, никого нету? Ну, ладно. Не хотите, как хотите. Какая-то палатка. Чё-то странное. Никогда не видел такую палатку.
Кто это такой? Опа-на. Опа-на. Вот это да. Вот это ништяк. Ну что такое? Научный метк... Научный, да. Это круто. А теперь глянем, у нас было 16 научных аптечек, а после использования вот этой штуки стало плюс 3. Неплохо. Ну, еще там медикаментов мы взяли. Вот такой тайничок я нашел. Я, вот про него я вообще не знал, друзья, так что если кто скажет, то что... Как бы я наигранно все это делаю. Да нет. Сохраниться нужно. И забыть, у нас там был 13,9. Так, значит, 14 будет. И кьюксейвом. Все, бежим к наемникам. По пути сейчас тут КПП, собственно, вот этот. У нас там бандиты, но после выполнения некоторых заданий, то там могут оказаться долговцы, по-моему, или свободовцы, не помню. Короче, какие-то из них. Вот. После отстрела всех этих бандитов. Вот у нас аномалия битум. Я пока туда не буду забираться. Там у нас есть артефакт. Химическое происхождение, это, по-моему, глаз, что ли, или капля, не помню, или огненный шар, или пламя, или. Короче, там есть артефакт, я вас уверяю, вот, даже отсюда он виден, один. Если мы его возьмем, то потом, собственно, мы уже не сможем его взять, потому что артефакты заново не спавнятся. Не убил? А, нет, все, убил. Отлично. Вот и последнего мы завалили. Да, конечно, это было довольно сложно сделать, но все равно мы все-таки это добились, можно сказать так. Путем проб и ошибок. Давайте их обыщем. Так, а вот у черного есть пароль какой-то на КПК. Не знаю, кто это вообще черный такой. КПК лидер наемника. А, лидер. Ну, наш пароль терплю бедствие. Ну, ладно. Терпишь, так терпишь. Так, это у нас улучшено. Темп огня, ничего себе. Плюс 50 даже. Так. Продолжай обыскивать. Ну, вроде всех обыскал, так что, может быть, обыщем вот этот ящик. Щупальцем черного кровососа, да. Да, это очень хорошо. Теперь можно будет отдать 3 щупальца медику на Скадовске. Так, давайте деньги, хоть это и немного. Так, это у нас... короче, типа, я понял. Я думал, это у нас аптечки нам достает, типа, такого сомнительного происхождения аптечка. Ладно, давайте поговорим с агентом. Спасибо, друг, выручил ты меня. Нет слов, как тебя звать-то? Майор... Дегтярев, СБУ. Как ты, идти сможешь? Свои все-таки не бросают. Да, я-то нормально, братаны немного помяли. Но это ерунда, царапины. Ясно, здесь оставаться нельзя, место небезопасное. Пойдем на Янов. Да пошли, вперед. И чё? Нам теперь его вести на Янов? Вести агента до станции Янов. Ну, ладно, пойдем, парень. Ну вот мы уже его довели почти. До этого Янова. И, кстати, получили медаль первенства величайшего сталкера. Так, что ли, она называется? Ой-ой-ой-ой. 9000. И 2 СГМ тайника нам дали. Они тут, кстати... Что такое аномальная роща? Прям вообще поблизости. Но мы их обязательно обыщем. Давайте дойдем уже до конца. Он, слава богу, быстро бежит, а не медленно идет. Это очень хорошо, а то б я не вытерпел бы вообще его вести так долго. Вот мы, в принципе, уже здесь. Сейчас он прибежит. Наверное, что-нибудь нам сейчас опять дадут. Какое-нибудь задание или что-нибудь скажет. Ну чё? А, ну... Или нет, не знаю. Воздухе. Тут метка где стоит? Вот здесь. Ну, давайте сюда его доведем. Или где она здесь стоит? Ладно. Не понимаю вообще, что это он хочет. Давайте его заведем прямо в станцию. Хочешь войти, сталкер? Не вопрос.
Оружие только спрячь. Ну все, иди сюда, что ты. Здесь все свои парень. Хоть ты и военный. Куда он побежал-то? Решили как-то ученые провести полевые испытания нового лекарства. Мы наняли под это дело группу сталкеров. Чего расскажешь хорошего? Иди сюда, парень. Вот, заходи. Ну заходи ты, блин, чё ты... Чё за бред вообще? Друзья. Может быть, с ним поговорить надо, я не знаю. Может, я туплю по-жесткому? Ну. Я довел. И что делать теперь? Не хочет он заходить. Вот что мне делать? Я вообще не представляю. Короче, довели мы его все-таки до станции Янов, прям до этой точки. Вот, наконец-то, Янов. Еще раз спасибо за проявленное мужество и руку другу. Вот возьми от меня немного денег, думаю, они тебе сейчас полезнее будут. И еще как будет у тебя время, загляни к нашему связному. Связному на Юпитере можно найти около вертолетной площадки только в ночное время, чтобы без лишнего внимания обойти. Где-то после 22:00. Заодно я обо мне расскажешь, информацию важную получишь. Пароль и отзыв я тебе на КПК уже сбросил. Мешочек с деньгами он нам дал. ТСГМ-то ник еще один. Тактика боя с валом. Ну что, давай до встречи. Его, кстати, нужно довести именно вот до этой точки. Если что, вдруг. Это я вам говорю. ТСГМ-то ник там у нас где-то лежит. Блин. Случайно нажимаю на эту аптечку. Ну ничего, у нас аптечек много. Давайте активируем деньги. Посмотрим, что у нас за ТСГМ-то ник здесь. Я думаю, серию пора заканчивать уже. Сначала нужно глянуть, что у нас за тайничок все-таки. Где у нас он лежит? А у Азота... Что скажешь, брат? Угу, вот он где у нас. Ну что ж, давайте возьмем 21-й с гейм-тайник уже. Армейский таймер, даже две штуки. У нас аккумулятор, да, для детектора. Да, неплохо. Что он дает нам этот аккумулятор, я правда не знаю. А таймер чё? И зачем нам их два? Да, давайте используем тактику боя. В принципе, все, друзья. Он, кстати, отсчитывает все еще. Не нравится мне тут. Скорее бы сброс и закрыть все. Он, видите, отсчитывать нам начал. В ладно, общем, друзья. Выкладывай. Всем, кому понравилась эта серия, ставим лайки, подписываемся на канал. Ну а с вами был Арза. До встречи, сталкеры.